Больница сейчас – это место, где назойливые пациенты своими постоянными жалобами мешают врачам спокойно работать с документацией. Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже не восстановить. Мужик приходит к врачу. Тот его обследует, потом выдает мужику 3 упаковки таблеток. Вот эти, синие, съедайте по одной перед завтраком и запивайте как можно большим количеством воды. Зеленую таблетку принимайте перед обедом и тоже запивайте большим количеством воды. Одну красную примите перед ужином и опять запивайте большим количеством воды. Доктор, у меня что-то серьезное? У вас обезвоживание организма. Если среди ваших друзей есть врачи, то имейте в виду, что из всех специальностей только дружба с патологоанатомом бескорыстна. Вы знаете, доктор, то лекарство, что вы прописали мне в прошлый раз, помогло. Ну, что я могу сказать? Бывает. Врач-проктолог осматривает пациента и говорит: «Да, батенька, у вас тут трещина на входе». «Но-но, не на входе, а на выходе». Сын врача некоторое время думал, что его папа одновременно работает и на кондитерской фабрике, и на ликероводочном заводе. Врачи делятся на 3 категории. Врач от Бога, врач, ну, с Богом, и врач, не дай Бог. Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, ну, чтобы хоть как-то успокоиться. Он обманом склонил меня к сексу. Каким образом? Сказал, что мне понравится.